Доброго времени суток. Меня зовут Сарма, и я постараюсь сегодня вам специально сделала и постараюсь вам показать, как будет работать наш подарочный алгоритм. Как это все будет выглядеть, потому что людям есть очень много вопросов и очень трудно объяснять, если ты не видишь. Когда видно, тогда уже лучше понять, как это будет работать. Ну так, пойдем попробуем посмотреть, как это все и что это такое вообще есть. Да? На самом деле, это есть движение, это не будет компании, это не будет бизнес, да, это есть движение, где люди помогают друг другу. Это само движение к нам пришло из Южной Африки. И Африке уже давным-давно люди в таком виде помогают друг другу, да, и это все пришло к нам в этом году, и нам очень это понравилось, да, и так как само движение уже работает, ну, действительно долго, от 2009 года, то на этом году открылся новый алгоритм, который уже работал на интернете. Но были разные нюансы, и потому мы подумали, что надо все-таки чуть-чуть его изменить, этот алгоритм, чтобы была эта платформа доступна любому человеку, который хочет попробовать, как это есть дарить и как это есть получать подарки, да. И сами смысл есть в этом, что дари и богатей. Если ты отдаешь, то ты получаешь обратно. В этом клубе, это движение, доступ будет только персональному приглашению. Так что вы никогда не найдете никакие ссылки, где можно только зарегистрироваться. Вы можете зарегистрироваться только, если человек вас пригласил наш клуб, да, так что это, да, такое движение, где люди, которые, ну, смыслят одинаково, приходят вместе и помогают друг другу. И название этого движения будет «I am Ubuntu Love». Так что будем теперь смотреть, как она у нас будет работать. Так как у нас появилась возможность теперь стартовать новым алгоритмом, который уже будет работать, я думаю, в полном порядке с 1 июля 2002 года, то теперь я вам покажу, как это, что это вообще за алгоритм и как это выглядит. Когда человек заходит в наш клуб и начинает двигаться по этому алгоритму, он специальный такой, очень уникальный алгоритм, где люди двигаются друг за другом, да. И самое, это очень просто, да, только надо понять, как это работает. Когда мы заходим, у нас, если у вас пришлет эту ссылочку, да, вы делаете регистрацию, то у вас будет возможность выбирать, или вы сразу идете на бронзу, потому что у нас движение начинается только с бронзы, но это будет такая стартовая доска, где люди, у которых нету этих 100 долларов, да, или у которых, может быть, есть очень много негативных, как сказать, разные движения в интернете, где это все закончилось негативом, да, то здесь вы действительно сможете получать позитив и начинать попробовать это движение 12 долларов 50 центов, да. Так что у вас будет выбор, или вы сразу идете на бронзу, потому что они как будто не нравится приглашать людей. Им это, ну, для них это очень такая... То здесь
Я говорю так, что если вы уже зашли здесь на 12:50, то это есть тот случай, когда вы действительно можете рассказать своим знакомым, своим друзьям, что есть такое интересное движение, где мы можем друг другу помогать. Ну вот, и так мы движемся, мы заходим здесь, и мы всегда здесь те люди, которые дают подарки. Вы, когда заходите на доску, да, на доску, вы сразу должны написать или на WhatsApp, или в Telegram, или на email человеку, который уже находится на середине, потому что алгоритм уже его сюда привез, и он здесь стоит как легенда, которая получает все подарки, 8 подарок, которые есть на доске. И мы уже, когда узнаем, как мы можем отправить, с какой системой, мы отправляем или 100, или 12:50 этому человеку. Когда этот человек получает денежки, он заходит в свой бэк-офис, и там будет такая возможность, что он уже дает знать, что вы подарок заплатили. Как только вы заплатили свой первый подарок, так вы сразу можете начинать и пригласить своих друзей, потому что тогда вы уже можете генерировать свои ссылки для своих друзей. Пока вы первый подарок не заплатили, вы не можете никого приглашать, да, потому что нет возможностей. Ну вот, и здесь у вас дается как такая стартовая доска, где вы уже можете попробовать, как это есть, как вы двигаетесь. Сначала вы гифтер, тот, который дает подарки, потом вы билдер. Здесь вы уже можете попробовать, как это есть, когда вы рассказали своим двум друзьям, потому что алгоритм – это не компания, это не финансовые компании, где люди вот, делают инвестиции и потом получают проценты. Если есть движение, то надо чуть-чуть поработать, чтобы потом получить. И есть две условия. Первое. Вы должны понять, что вам приятно дарить людям подарки, хотя бы вы их никогда не видели и не знаете, вы никогда не будете знать, где, откуда этот человек, который стоит в легенде. Только тогда, когда вы ему напишите, и тогда вы узнаете, куда вам надо отсылать подарок, да? Когда вы уже второй раз, 8 раз получил человек подарки, который уже другой здесь зашел, тогда вы уже приходите на гайд. И мы можем посмотреть на это тоже как на работу, потому что вы видите, здесь, когда вы стоите на этом доске, есть 4 команды. А здесь одна, потому что этот человек приглашает двух, здесь одна команда, этот приглашает двух друзей и так далее. Здесь два, и здесь два. Потом, когда вы уже приходите в гайд, мы уже видим, что на доске как будто есть две большие команды, а 4 маленькие команды, да? И вы должны помогать своей команде, потому что здесь стоят эти люди, которые вы приглашали, и им теперь приходит это самое, они должны делать то же самое, приглашать опять двух, прийти в наш клуб. Ничего больше, просто показать, как работает алгоритм, и объяснять, что это такая подарочная платформа, да. И дальше мы видим, что мы зашли за 12:50, но вышли 100. Те, которые будут выбирать сразу начинать с бронзы, те, конечно, сразу могут зайти на бронзу. Но есть еще одно условие, потому что когда вы уже на бронзе, тогда вы должны сделать такой, как квалификации, и вы должны привести двух тоже на бронзу за 100. И потому я всегда говорю, что легче приглашать друзей, когда
у них есть выбор. Они могут выбирать. Он идет за 12,50, начинает подарки отсылать, или он идет на 100, да? Так, что у нас дальше? Дальше мы видим, так, нет, нам надо чуть-чуть идти обратно, да? Ну вот, первая доска, когда у нас есть 100, мы заходим за 100, мы выходим от нее, видите, 800 долларами, потому что когда мы заходим, мы видим 8 пустых мест, где будет приходить другие гифтеры, те, которые будут дарить, и все 8, которые заходят на доску, они будут дарить все этому человеку, который есть легенда, да, и так далее. Посмотрим дальше. Если мы закончили свой первый круг, эти 4 раза уже поделился эта доска, да, то мы видим, что мы получаем 800, но у нас есть предложение от этом клубе, что вы можете идти дальше и получать побольше подарок, но тогда и надо чуть-чуть побольше подарить, да? Тогда мы идем на Silver. Silver подарок есть 400 долларов, но есть одно но: вы можете вернуться на вечную бронзу. Что это такая вечная бронза? Но мы посмотрим, здесь у вас остается чистый подарок для вас 300 долларов. Вы зашли один раз или от своего кармана выбрали 100 долларов или 12,50, но у вас чистый уже остается 300 долларов ваши подарки. Что это такое вечная, бесконечная бронза? Ну вот, здесь мы посмотрим. Также мы можем опять зайти на другую доску, где опять мы должны подарить человеку, который посередине, 100 долларов. Но когда мы выходим, мы также получаем 800, но у нас чистые подарки уже остается 700. И опять мы можем зайти на следующую доску, где опять дарим совсем другому человеку 100 долларов, опять получаем 800, а у вас чистый подарок остается 700 долларов. Посмотрим дальше. Дальше у нас есть уровень вторая, это есть серебро. И опять вы должны идти 4 уровня этому серебро, чтобы получить свой первый подарок на серебро. И это выходит, что если вы имели подарков 3200, ну посмотрите, уже сумма такая вообще-то очень хорошая выглядит, да? Ну так, и здесь тоже, если мы уже закончили эту свою доску и получили свои подарки 3200, то мы можем опять идти на один уровень выше, но там опять там будет уже побольше подарок и будет побольше тоже подарков для вас. Но опять вы можете вернуться теперь уже на вторую вечную доску. Это будет силверская, да, и это будет серебро. Также дарим опять другому человеку 400, выходим 3200, у нас в кармане остается ваш подарок 2800 и так далее, и так далее. Сколько раз вы захотите? Бесконечно, бесконечно. Дальше у нас есть третий уровень. Также мы идем 4 раза, да, чтобы дойти до легенды, заходим за 1600, выходим уже 12800. Ну, видите, как меняются подарки, да? Чем выше идем, тем больше подарок. Ну, конечно, мы сами тоже должны подарить побольше подарок побольше и получаем побольше, да? Так, дальше. Если мы уже закончили золотую
Да, первый раз, тогда у нас что получается? Мы получили 12 800. Теперь мы сохраняем и можем идти на платин, да, но там подарок будет 5 000. И вы можете опять вернуться на голд. И теперь это будет уже третья доска, где вы можете несколько раз получать опять такую же сумму. Заходим за 1600, дарим 1600, выходим подарками 12 800, чистый подарок у вас остается 11 200, и так до бесконечности. Сколько вам понравится раз это делать, только вы будете делать. Так, здесь видно, 5 000 заходим, 40 000 выходим. Это уже четвертый уровень, да. И здесь уже, ну, как будто и подарок такой уже, ну, очень даже серьезный. Ну, так, как у нас смотрится, когда мы закончили эту, мы получаем 40. Что тогда у нас остается? У нас так, еще есть один уровень, мы можем сохранить 20 000 для бриллиантовой доски, а 5 000 мы можем поставить на вечную платину, но все равно у вас остается 15 000 чистыми подарками, да? Когда мы уже заходим на вечные, тогда мы опять так же, как все время, когда мы уже зашли на эти доски, опять идем 5 000 долларов подарок, 40 000 подарков вам, 35 000 чистый и так далее. Опять сколько раз вы хотите. Это абсолютно каждому по выбору, да. Ну, теперь я покажу вам наш последний. Ну, конечно, вы можете выбирать, как далеко вы будете идти. Это не 100%. Вы можете остаться, может быть, только на один бесконечный бронзу. Может быть, вы хотите только двух бесконечных этих столов, где вы будете крутиться, а может быть вы хотите все пять, да, тогда здесь, если вы заходите на эту тоже, то мы заходим за 20 000, но выходим уже 160 000 долларов. Ну, я думаю, что вы согласитесь со мной, если мы получаем вот такой подарок, да, то у нас остается чистые подарки. У нас остается 140 000, если мы хотим вернуться опять на вечный платин, но если не хотим, то у нас получили 160 000 и закончили эту. Ну, будем крутиться и дарить подарки на эти, которых мы уже как будто зашли. А если нравится, то, конечно, мы каждый раз, так же, как и все время, заходим за такой подарок. Здесь она 20 000 долларов. Выходим 160 000. Остаются чистые подарки 140 000. Но согласитесь, если у нас уже такие подарки появляются, то посмотрите, если у нас есть кредиты, мы можем отдать все кредиты. Если надо детей отправиться где-то учиться, хотя бы, ну, не знаю, многие ездят на Лондон, да, то возможности, да, может быть, другие какие-то, хочется поменять машину, а может быть, хочется дом, да, так что здесь уже очень хорошая недвижимость. А если мы это идем опять и опять, опять и опять, то вы посмотрите, как можно измениться ваша жизнь, как мы можем друг другу помогать, начиная только с 12:50,
долларов, но дойти до 160 тысяч, да. Я думаю, что такая возможность, ну, не каждый день предлагается. И я думаю, что вы увидели смысл, что здесь действительно все аккуратно. Это математика, там нету никакого опция. И самое главное, что деньги здесь не стоят. Это не компания, которая вам дает какие-то проценты, как у нас, ну, есть многих компаний, где мы работаем, да, но здесь идет чисто деньги, сколько вы отправили, только человек получил от сердца к сердцу, с рук рук, да. Так что я думаю, что теперь уже понятно, вы можете посмотреть еще раз, как это все двигается. Ну, конечно, спасибо, что если дослушали до конца. И если вы досмотрели, то я думаю, что у вас, наверное, есть интересно почувствовать эти эмоции, как это, когда вы дарите, и как это, когда вы получаете, да, потому что только когда ты даешь, тогда только можешь получать обратно побольше и побольше. Если есть вопросы, хотите узнать побольше, да, то, наверное, позвоните человеку, который вам дал этот видео. Это у нас на данный момент только такой, чтобы понятнее было, у нас будет очень хорошая презентация, где мы будем объяснять это все движение, как это все на самом деле выглядит. Но на данный момент, если я смогла вам помочь, то, конечно, я рада. И до свидания, хорошего вам всего. Радуйтесь, живите, измените свои жизни и до встречи уже в нашем клубе. Пока-пока.